Генштаб Российской Федерации и военные комиссариаты уже получили приказ подготовиться к очередной волне мобилизации. Ее могут объявить уже в сентябре. Российские военные комиссариаты должны оценить количество россиян, которых нужно призвать для дальнейшего обучения и отправки на фронт. Дискуссии о призыве студентов уже продолжаются на уровне руководства военных комиссариатов и Генштаба. Официальное решение по мобилизации может быть принято уже этой осенью. Это все происходит из-за ситуации на фронте, который перекинулся уже и в Россию. Срочников продолжают отправлять в Курскую область. Песков назвал информацию о воюющих в Курской области срочниках искажением реальности. Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности. Не считаем необходимым такие сообщения комментировать. Сами солдаты, которых туда отправляют, говорят, что никакого отбора среди них не было. Командование провело психологическое тестирование, но служить в Курск по итогу отправляют всех подряд. На данный момент они прошли только курс молодого бойца. Их родители уверены, что в Курской области они могут оказаться в зоне соприкосновения с ВСУ. Речь идет о срочниках из 217-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии. ВКонтакте после публикации спешно удалил пост об отправке ивановских срочников в Курскую область. Эту информацию соцсеть назвала заведомо ложной, которая получила прямое опровержение от экспертов.